Добрый день, дорогие подписчики моего канала. Рад всех приветствовать. Хотел поделиться чем-то новым. Приобрел муку. Обратите внимание, для чего? Для выпечки пиц. Тут мы видим, наверное, пиццайола. Это тот, кто выпекает пиццу в Италии. Чем же эта пицца? Чем же эта мука особенно? Ну, во-первых, это мука у нас самого мелкого помола. Это вот значение 0,0. Она очень мягкая пшеница для вот таких деликатных выпечек различных, которые выпекают. Это одно. Что же у нас интересует дальше? Обратите внимание, PZ3. Есть 1, 2, 3, 4. Что же означает эта классификация в данном случае? А то, что это показывает, сколько у нас будет созревать тесто. Есть мука, которая созревает очень долго, когда тесто подходит, от 2-4 часов. В данном случае эта нумерация означает, что для того, чтобы хорошо получилось и созрело тесто, нужно минимум 6-10 часов. И это как раз вот означает эта нумерация. Что же у нас есть дальше по этой муке? Хотел показать. Обратите внимание, тут мы видим грамм. То есть, другими словами, мы видим высокое содержание белка. Поэтому у нас будет мука очень хорошего качества, очень плотная и также очень вкусная. Это то, что касается вот того, сколько содержит эта мука белок. К примеру, в обычной муке, в простой, ну там невысокий процент белка. Конечно, есть еще выше, но в данном случае мы видим 13 грамм. Что же это у нас? Это тоже мука, но не для самого теста пиццы, а для того, чтобы раскатывать тесто для пиццы. Наверняка вы знаете, что это мука, она обычно желтого цвета. Это смесь муки, которая называется самулина. И вот как раз это она и есть для того, чтобы пицца была хрустящая, желтоватого цвета. Это специальная мука для того, чтобы раскатывать или же открывать. Пиццу не раскатывают, ее раскрывают. Поэтому это как раз вот для этого присыпка. Так что вот эти два приобретения. И в ближайшее время на канале, конечно, будет мое любимое блюдо. Это пицца.